Здравствуй, дорогой друг. Пишу тебе из глубинки. Здесь время течет не так, как в городе. У вас пролетел год, а у нас неторопливо прополз лишь день. Люди здесь говорят, используя не логику, а эмоции. Словом, все иное, все другое. Послушай-ка, какую историю я поведаю тебе сегодня. Современный человек очень щепетильно относится к личной свободе. Что может заставить его проснуться в 4 утра, в воскресенье и отправиться за 500 километров в другой город? Только по-настоящему важное и ответственное дело. В конце октября группа дзержинских волонтеров из социального центра «Покров» отправились в Москву, чтобы принять участие в гражданском стоянии «Битва за жизнь» и заявить громко и во всеуслышание «Город химиков за запрет абортов». Социальный центр «Покров», увидя призыв москвичей на стояние за жизнь, не остался в стороне. И мы, как славные потомки Минина и Пожарского, кинули клич поехать вместе. Мы организовали автобус, 50 добровольцев нашлось. Я надеюсь, что мы этим мероприятием будем способны показать о том, что есть очень много людей, живет в нашем государстве, которые против детоубийства, которые хотят жить в свободной стране, свободной от убийства. Аборт – это смерть зачатого ребенка, это смерть женщины и это смерть народа. И это не может не волновать людей в нашей стране, которая занимает огромную территорию, но при этом исчезающее население. Акцию «Битва за жизнь» организовала целая коалиция общественных организаций, представителей церкви, власти и культуры. Все они – неравнодушные люди, которым не безразлична судьба России. С точки зрения философии общества потребления, как относиться к убийству? Убийство стало повсеместным в нашем мире и, к сожалению, перестало уже кого-либо шокировать. Убивают в Сирии, убивают на Украине. Ну и в центре Москвы тоже, получается, убивают, и в России убивают. Как можно относиться к тому, что миллионы детей убиваются ежегодно, а то и больше миллиона? Ну, я думаю, что если общество согласится, что это нормально, то общество просто незачем существовать. Общество, которое говорит, что убийство миллиона детей нормально, не имеет права на существование и уж тем более на благодать. На милость Божию это общество не хочет ее получить, не хочет ее видеть. Оно является богохульным и, в общем-то, отрекается от Господа, позволяя иметь у себя миллион абортов в год. На Суворовской площади собралось больше 2000 человек из Санкт-Петербурга, Рязанской, Тульской, Нижегородской, Московской, Владимирской областей. В этот день, казалось, в неравной битве за жизнь объединилась вся страна. Человек использует свой потенциал зачать ребенка, он создает душу. То есть это великий потенциал, и душа бессмертная. И создать душу для того, чтобы ее убить, не показав ей свет Божий, это на самом деле страшнее, чем можно представить. Все ищут новую национальную идею, различные предлагают. Я считаю, национальная идея на сегодняшний день у русского народа должна быть одна – рожать детей. Для очень многих женщин. Битва за жизнь только началась. Одному только Богу известно, сколько сил и времени предстоит потратить в этой нелегкой борьбе. Но все те, кто пришли на Суворовскую площадь холодным осенним днем, знают точно – добро непременно победит. И сквозь плотные тучи обязательно пробьется луч света. Говорят, храм – это душа населенного пункта. К сожалению, не каждая малая деревня может позволить себе построить дом Божий. Именно поэтому вот уже несколько лет в Нижегородской епархии продолжается реализация амбициозного проекта по обеспечению местами для молитвы каждого населенного пункта. В минувшее воскресенье еще одна деревня Кстовского благочиния обрела свою святыню. Резной деревянный поклонный крест был установлен в Муханово. Желаю вам
храм любви. Время непростое, но поэтому и призываю всех, конечно же, молиться, очищать души слезным покаянием. Именно в покаянии есть смысл нашей жизни. Оно ведет нас как свет, как говорил Господь, свечник, который должен светить всем, на Царствие Небесное. Желаю милости Божией, ангелы-хранители, никогда не унывайте, с вами Бог. Освящение дошкольных учреждений для кстовского благочиния стало уже традицией. Вот и в этот раз духовенство пришло в детсад «Золотой ключик» вместе с его сотрудниками помолиться о благополучии воспитанников. В этом детсаду 4 группы. Для ребят организованы различные занятия. С ними работают профессиональные педагоги. Я думаю, в дальнейшем это пойдет на пользу и детишкам, и работникам детского сада. Будет здоровье крепкое. Будут с удовольствием приходить в садик. Молитва коллектива работников детского сада, молитва духовенства непременно будет услышана Господом Богом и употреблена во благо. Пожелаем и мы помощи Божией всем сотрудникам «Золотого ключика» и их подопечным. Интернет-страничка кстовского благочиния Нижегородской епархии. На сайте есть раздел, где можно задать священнику любые вопросы, связанные с православием. Например, Василиса спрашивает, могут ли души наших предков помогать нам. Церковь ведь не случайно свидетельствует о том, что души праведников имеют возможность ходатайства и предстательства за нас, ныне живущих на земле. Ибо Церковь молится святым угодникам Божиим, прославляет их, ставит их нам в пример, свидетельствует со всей очевидностью и ясностью о том, что молитвы святых приносят огромную пользу и утешение. Да и сами апостолы в Священном Писании неоднократно призывают христиан, учеников Христа, молиться друг за друга, ибо молитва праведника действительно громадная сила утешения и духовной поддержки. Другой вопрос. Могут ли ходатайствовать и предстательствовать перед Господом Богом за живущих души, лишенные Царствия Небесного? За свои дела и поступки. Души, которые находятся в ином месте, где нет божественного света, где нет радости и утешения. Наверное, их предстательство и ходатайство ставится под сомнение. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы наши сродники и мы, в свою очередь, вели правильную духовную жизнь, следовали Евангелию, стремились исполнять заповеди Божии, чтобы потом, когда придет наше время переступить нам порог смертный и оказаться в ином мире, мире загробном, мире, где царствует духовность, иметь возможность перед престолом всемогущего Бога ходатайствовать и предстательствовать за оставшихся в живых, непрестанно просить для них у Господа Бога благословения, покрова и защиты. В Священном Писании есть удивительные слова, которые не лишне будет напомнить. Род грешника проклинается Богом до 9-го колена, а род праведника благословляется до 1000-го. Так пускай же в нашем роду, в наших семьях будут те люди, которые своей духовной жизнью, своим устремлением к небесному и горнему прославили бы себя во Христе Иисусе и потом бы имели возможность молитвенно предстательствовать за всякого и каждого, кто будет близок им по физической линии, ну и, конечно же, по духовной.